увогуле официально вёсок две, новые и старые гусявицы, але границы поміж ими уже давно нема, и на вот дорожный показальник тут только за одной назвой гусявица. Одна из особливостей населенного пункта – великая колькость разностайных деревянных вырабов от шпаковню до малых архитектурных форм. Сирот авторов – сопрацовники мясовых установ культуры, адукации и простые вязковцы. Емеля на печи, бодай самая знакомитая скульптура у вёсцы гусявица. Чаму именно гэты казачный персонаж стал тут героем, сказать тяжко, бо люди у вёсцы живут все таки працавитые и нават золотыми руками. У год малой родимы процесс упрыгожвання гусявиц протягнется, причем самый активный удел у им примет староста вёски Александр Минков. Сёлета у яго особливая задача. Необходно обновить шильды на всех улицах. Завершить работы плануется у гэтым годе на передадне агульно-республиканского перепису насельництва. В связи с предстоящей переписью населения все-таки актуальность указателей улиц возрастает для того, чтобы переписчики могли без проблем видеть наименование той или иной улицы. Новые шильды вырашили заработать с пластику. За позабюджетные сродки его разом с эмалью набыл сельский выконавчий комитет. Сумма трималась совсем незначной, зато и мета актуальная. По словам Александра Минкова, термин эксплуатации таких шильдов как минимум 5 годов. До речи, профессионально малевать он нигде не учился, але упевнены, что, коли есть великое ожидание и природные здольности, все отримается. До службы у армии Александр Минков працевал у господарства трактористом, потом тут же водителем. Перейти на посаду загадчика склада примусила отриманная подчас аварии травма, але это не перешкодило заниматься любимой справой и навод обсталевать уластную майстерню. Начиналось с покраски автомобильных номерей перед техосмотром. Ну, так вот, чтобы пройти техосмотр, чтобы красивые новые номера вроде как обновленные были. Ну, так вот, начинал рисовать на них, ну, а потом со временем то ли для себя, то ли для друзей, то ли для кого-то еще там. Ну, а потом и сельсовет приобщился к этому, попросили, помогал. После завершения выруба уличных шильдов староста вёски отпочивать и не собирается. Разом с мясцовыми жыхарами и при патримце сельского совета он мае намер протягнуть упрыгожвання малой родимы новыми архитектурными формами. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будакашалёвский район.